Ассаляму алейкум, сайрал джимат. Меня зовут Асан, и я хотел принять участие в марафоне Крымской солидарности «Станешь голосом» и немного поведать вам о моем друге. Его зовут Вадим Серук. Я знаю его еще со школьной скамьи. Это очень богобоязненный, отзывчивый человек. До своего ареста в 2016 году он занимался торговлей, обеспечивал свою семью и был хорошим семьянином. Он является украинцем по национальности и, как вы знаете, он принял ислам. И зная Вадима и то, с чем ему пришлось столкнуться сегодня, арест на долгие 12 лет, незаконный арест. Все, кто знает Вадима, это в голове не укладывается, что такое могло произойти. Но все те, кто следят за судами, все те, кто смотрит за обстановкой в Крыму, понимают, да, за что осудили Вадима и за что сегодня судят десятки крымских татар. Их судят за свою позицию, их судят за то, что они хотят мирно жить на своей земле, исповедуют свою религию, которая, кроме добра и мира, человечеству ничего не несет. И то, что инкриминируют Вадиму терроризм, захват власти, это в голове не укладывается. Мы молим Аллаха о том, чтобы как можно скорее все наши ребята вернулись к своим семьям, чтобы этот геноцид, а по-другому это назвать нельзя, как можно скорее закончился, и чтобы они воспитали своих детей такими же, как и они сами, богобоязненными, искренними мусульманами. Аминь.